Для проведения письменных форм экзамена в системе «Универ» необходимо выполнение определенных видов работ с сотрудниками вуза. Алгоритм подготовки экзаменационных билетов для студентов выглядит следующим образом. Диспетчер расписания каждого факультета вносит дисциплинарную группу в сетку расписания экзаменов с указанием даты и времени. Дата берется из периода экзаменационной сессии и академического календаря учебного плана. Офис регистратора факультета формирует ведомость экзаменационной пересдачи или инкомплит на дисциплину в учебном плане минимум за 2 дня вперед перед началом экзамена. Замдекана факультета выбирает дисциплинарную группу, которую внесли в расписание экзаменов и генерирует экзаменационные билеты с выполнением следующих условий. Процесс сдачи письменных экзаменов студентам предполагает автоматическое создание экзаменационного билета студенту, на который необходимо сформировать письменный ответ путем прямого ввода текста в систему или загрузки файла с ответом. В период дистанционной сдачи экзаменов в системе появилась возможность генерации экзаменационных билетов с выбором студентов. Генерацию необходимо делать только для той дисциплинарной группы, которая используется в расписании экзаменов. В случае, если вы сгенерируете билеты для той группы, которая не была указана в расписании экзаменов, студенты не смогут сдать экзамен. Вы не можете сгенерировать билеты, если по расписанию экзамен для этого дисциплинарной группы начался. Вы не сможете сгенерировать билеты, если для этой дисциплинарной группы не подготовлено расписание экзаменов. Количество билетов должно быть всегда больше, чем выбрано студентов. Можно использовать функцию «Выбрать всех» для выбора всех студентов или отдельно отмечать студентов. В описании надо указать вид ведомости, экзаменационная ведомость, ведомость инкомплит, ведомость пересдачи. В дальнейшем для тех студентов, которые будут пересдавать экзамен, можно выборочно сгенерировать билеты, заранее изменив расписание экзаменов для группы. При генерации для тех, кто пересдает или не успел в свое время сдать экзамен, нужно будет выбрать этих студентов из списка и создать билеты только для них. После того, как вы указали количество билетов, написали описание, выбрали студентов, нажмите «Сгенерировать». Далее в назначенное время студент через свое расписание экзаменов будет сдавать экзамен. В печатной версии экзаменационных билетов нельзя будет увидеть студентов и их билеты.